Поездка. Одним словом, это испытание на прочность всего живого и неживого в виде наших коней металлических. Вообще потрясающе. Перемена всяких полос растительности, в рельефе местности, людей, строений, вообще колоссально. Вот они, горы. Облака, таджикские. Да, там вдали ее можно увидеть на сопках. Снежную вершину. Уже прохладно становится. Володя даже немножко побаивается. Смотрит вниз и боится. Немножко? Боишься как надо? Боюсь как надо. Не бойся. Такая вот здесь красота, ребятки, неописуемая. Ничего нету вечного, только звезды, наверное. Хотя моя звезда превратилась в такую отъявленную жесть. Ну поехали! Володь, давай! Последнее будет этот колесо. Последнее. Больше не будет проколов? Нет, проколов больше не будет.
Я говорю, ты как думаешь, проколы еще будут или это последний? Я не знаю. Я не знаю. Ты отказываешься. Отвечай. Все ответит дорога.